Грибы – это ведь организмы, которые питательные вещества органические всасывают всем мицелием. То есть для них очень важен химический состав почвы, химический состав атмосферы. То есть любые какие-то ядовитые вещества, любые, допустим, тяжелые металлы, то есть то, что для нас и для вообще животных является ядовитым, они это могут всасывать. Поэтому даже очень съедобные грибы, грибы первой категории, каковыми являются, например, белый гриб или рыжики те же, да, это тоже грибы первой категории, они могут быть ядовитыми. С другой стороны, условно съедобные грибы очень такая условная категория. Вообще все грибы надо отваривать, вот все, что я могу сказать. Это раз. Во-вторых, конечно же, вот в силу того, о чем я сказала, то есть грибы всасывают, могут всасывать вредные вещества из атмосферы, из почвы. Здесь обязательно, конечно, нужно соблюдать некоторые правила. И главное, наверное, из них – это не собирать там, где нельзя. То есть не собирать вдоль дорог, где тяжелые металлы, не собирать в тех местах, где вы знаете, что есть какие-то рядом предприятия, допустим, загрязняющие воду, почву, атмосферу и так далее.